Всем привет, друзья, это канал 128, и сегодня у нас на обзоре новый журнальчик от Panini, это FIFA 365-2020. Официальный стикерный альбом, альбом для наклеек 6+. Первое, что мы сегодня распакуем вот эти вот наклеечки, вклеим, сам журнал посмотрим. Первое, что бросается в глаза, друзья, я не знаю, как кто заметил из вас или нет, но это первый, наверное, журнал, посвященный футболу, на котором не изображен Роналдо. Вот посмотрите, вы посмотрите вот этих футболистов. Тут, конечно, многие известные, да, футболисты, но Роналдо здесь нету. Мбаппе есть, Левандовский, да, он сейчас просто там, не знаю, разыгрался, он там колотит по 5 мячей встречи. Но почему нет Роналдо? И, если честно, я удивлен, он там сейчас практически бьет рекорды все мирового футбола. И вот если мы посмотрим журналы предыдущие 2016, 17, 18, 19, здесь есть Роналдо. Здесь есть Роналдо. В 18-м есть Роналдо, в 19-м есть Роналдо. И здесь в 2020-м Роналдо уже нет. Неужели его уже списывают со счетов, так как он староват для футбола? Но, друзья, это, в общем, просто так, мое замечание небольшое. Кто-то его любит, кто-то нет, но это бесспорно великий, великий игрок. Ладно, давайте перейдем к самому альбому, не буду грузить всякой ерундой. Но, в общем, здесь команды, да, футбольные команды мы видим. Несколько испанских, английских, вот можете ознакомиться, немецких. И вот одна российская, Спартак Москва. Скажу честно, друзья, с самого детства... Ну, так уж сложилось, что я болел за московский «Спартак». С самого детства следил, но последнее время, естественно, «Спартак» последние года не показывает хорошего результата. Да, он выиграл как-то чемпионат России, но, если честно, нет той команды, которая была в 90-х, которая там могла сражаться на равных на европейской арене. А последние года, скорее, больше отличились там ЦСКА, и, ну, это более такой поздний вариант, а... Последнее время, наверное, все-таки «Зенит», да, он более-менее на европейском уровне играет, и я удивлен, почему здесь «Спартак», а не «Зенит». Наверное, потому что он все-таки за границей самый популярный среди российских клубов. Ну, не знаю, это мое предположение. Сам альбом, смотрите, здесь видно у нас что-то тут золотое в футболе, не знаю, что... Команды и плееры топовые, мировые. Дальше. Ну и пошли сами команды, да, тут Челси, там Ливерпуль, вот как по списочку. Там где-то есть наш и Спартак. Здесь вот, это у нас Швейцария, да, футбольный музей в Цюрихе. И, в принципе, все как обычно. Футбольная команда, вот, кстати, до Спартака мы дошли, да, и вот тут вот что-то отдельное про Романа Зобнина. Ладно, давайте посмотрим, что тут еще есть. Ну, в принципе, также есть что-то тут американское, да, Франция. Так, подождите. Давайте вместе разбираться. По списочку идут команды. И дальше... А, тут женская команда по футболу Франции, да? Потом команда до 20 лет... Мировой кубок в Польше, 19-й. Также трофеи и еще какие-то мировые кубки. Ладно, друзья, в общем, давайте распаковывать сами наклейки. Сейчас мы их откроем. Итак, мы здесь видим, что в этом вкладыше 30 наклеек. Вот тут 6 упаковочек, по 5 наклеек, все как обычно. Давайте посмотрим, попадется ли кто-нибудь из наших. Это всегда, всегда этого очень хочется, но не всегда так бывает. Жалко, что один российский клуб только представлен.
Хотелось бы видеть здесь, ну, хотя бы еще «Зенит». А еще Краснодар очень здорово играет, мне очень нравится. И тут мы видим, кто у нас? Марсело Брожович, если неправильно, поправьте. Стефано Сенси. Это все у нас получается... Это у нас команда Интер, по-моему, да? А дальше. Суарес, Сантос Бора. Вот, Квинси Промес. Смотрите, кстати, бывший спартаковский игрок. А, вот этого не знаю, друзья, если кто знает. Я давайте быстренько полистаю. Ян Облак. А, Марио Хермосо. Дальше. И опять у нас Пирелли. Ну, по-моему, да, это Интер, если я не ошибаюсь. Мартинес тут и Кондрева. Так, давайте мы сначала все раскроем, потом все наклеим. Если где-то ошибаюсь в фамилиях футболистов, прошу меня простить, просто все-таки есть очень сложная фамилия. Вот тут номера, кстати, да, у нас изображены, куда что клеить. Дальше, это у нас Атлетика продолжается. Иван Сапонич, а этот просто Витола, без имени. Дальше у нас, это Шальке 04, Газпром, да, сразу виден, спонсоры. Бургсталер и какой-то Марк Утх, немец. Дальше. Насим Бейлаб, Шальке 04, и Амин Харит какой-то. Вальбуена. Вальбуена. Помните такого товарища, да? И Флориан Дурмишай. Ну, фамилия, друзья. Дальше у нас Густаво Гомес и Бруно Хенрике. Этих мы уже смотрели. Ну что, пока ни одного нашего не попадается. Да, кстати, и из французских команд только две. Это Олимпик и Пари Сен-Жермен. К сожалению, Монако нету. Так что Головина мы не увидим здесь. А, вот здесь у нас пошла у нас Барселона, да. Это Видаль и Ракитич. Дальше у нас ПСЖ. Это Андре Херрера. И Сарабия, Павло. И вот это вот Дортмундская Боруссия, да, смотрите, такой золотой красивый стикер. Дальше у нас, это, по-моему, Ливерпуль у нас, Адам Лалана и Шакири. И дальше вот наклейки кубков различных FIFA. И здесь мы уже были. Распакуем следующий. Я, в принципе, футболом увлекаюсь, и, ну, фамилии, друзья, не все знаю, поэтому не обессудьте. Так, это у нас кто? Ювентус, да, пошел? Данила и Рабиот. Дальше. Здесь у нас финал Реал Мадрид и Ол НФК. Не знаю, в общем, 4-1 выиграл Реал Мадрид. И Реал Мадрид, и то же самое, ну, то есть 4-1, просто немножко другой кадр. Ладно, идем дальше. Кампузано и Абила. Здесь у нас Манчестер Юнайтед. Да, это одна из моих любимых иностранных команд. Так, Эшли Янг и Люк Шоу. И вот они наши, смотрите, красавцы, наши спартаковцы. Андрей Ещенко и Николай Рассказов. Да, идем дальше. Здесь мы видим, кого мы здесь видим? Шальке 04, да?
Дальше. Лео Дубус, ТТ. Это все Леон. Дальше. Это вся команда у нас. Будем разбираться. Что... Это вот этот Al Ain футбольный клуб. Ну, это, наверное, с кем играл в Реал. Я так понимаю, что это клубный чемпионат мира, если может быть. Дальше Серхио Рамос, Варан и Куртуа. Этих товарищей мы все знаем. И дальше вот здесь вот у нас Эсперансо Спортиво де Тунис. Ну, не знаю, сборная Туниса, что ли. Здесь мы уже смотрели. И у нас последняя осталась упаковочка. Я уже вижу, там какая-то золотая попалась. Давайте смотреть. Тут два немца с Баварии, Мюнхен. Это Мануэль Неймар и Свен Ульрих. А дальше это у нас... Не знаю, кто это какой-то. Маркус Роха, в общем, и Вивертон какой-то. Ну, бразильцы. Вот это вот кубок у нас изображен. А, вот он золотистый вокруг, да, всего лишь навсего был. И Марсело Ломба, Данило Фернандес, это бразильцы. И здесь у нас Дуглас Коста, Бернардеши и Криштиано Роналдо. Ну вот Роналдо все-таки у нас вот тут вот попался. Давайте теперь наклеим все эти наклейки. И вот мы здесь видим команду Ювентус. И вот здесь игроки и дополнительно еще наклеечки здесь. Смотрим. 248C, вот тот самый Криштиано Роналдо, это у нас 248C, должен он у нас быть приклеен вот здесь. Это Роналдо. Дальше, 248B и А. 248B сюда, и 240, ух ты, немножечко я его порвал. 248А. Сразу три наклеечки в одной. Вот у нас три футболиста Ювентуса здесь уже появились. Дальше давайте. Ну давайте наших спартаковцев, что ли, наклеим. Ищем 287. Вот как раз у нас получилось. 287Б. Вот он, Рассказов. И Ещенко рядышком с ним. 287А. Вот здесь вот Андрей Ещенко. Ну, не сказать, что топовые игроки, хотя Ещенко играет уже довольно-таки давно. Давайте вот эти вот красивые наклеим. И это у нас 116-е. Надо искать номера. Сто шестнадцать А. Это у нас Реал Мадрид. Куртуа. Это вот такие звезды тут, да, у нас. Это Серхио Рамос. Очень хороший игрок. Клеим тоже сюда. И Варан. Если честно... Не прям так, что мой любимый футболист, скажем так. Ну, в общем, такой альбом, друзья. Я не знаю, стоит ли дальше вам показывать, клеить наклейки. Вы сами все прекрасно знаете. Я показал, какие попались наклейки. Два спартаковца, несколько других клубов. Ну, вот, Шальке 04 тоже здесь можно будет наклеить. Это маленькие наклейки. Ну и все. В общем... Наклею я это все дело, наверное, отдельно, потому что видео будет слишком длинное и затянуто. Я вам показал альбомчик, показал сами наклейки. Если мы решим собрать весь альбом и купим целый блок этих наклеек, тогда я вам сниму продолжение. Вот такой альбом для поклонников футбола, мирового футбола. Очень даже прикольный. Ну, в принципе... Все как обычно, все как всегда.
куча наклеек нужно собрать. И очень много придется для этого потратить денег, чтобы собрать все наклейки. Но для этого есть специальные менялки, а также на канале, извиняюсь, на сайте Panini можно заказать отдельные нехватающие наклейки, чтобы не натыкаться на повторки. Вы были на канале 128. Если интересные журналы Panini, пишите, и сделаем обзоры на другие. Всем пока!